Телефон, надо заслужить Максут. Вот. Мы кушать пришли, ребенка кормить буду. Еще, девочки, хочу вам рассказать про... Сами знаете кого? Как обычно, про Зарему. Переходите, гадайте, рассказывайте. Она сама все скажет. Ну, в общем говоря, амулеты всякие там. Ну-ка. Свой магазин. Мини такой небольшой. Выбор есть. Свечи были. Сейчас не знаю, есть, нет. Ну, в общем, свечи, амулеты, там, берега. Вот. Еще гадает она на это. На картах, Таро, на простых картах, на картине гуще гадает. Так, давай пюрешку положу. Мама. О. Салатик буду. Кого? Ну вот пюрешку со салатиком покушай с котлетами. И салатик будет. О. Положи мою тушь. Не надо мою тушь трогать. Она вот все на столе. Кушай. Она здесь полдня. Кушаем. Ложку, вилку. Вот салатик. И салатик тоже дам. Бери. Вот салатик на столе. Приятного аппетита. Приятного аппетита, я, говорю, кушают над столом. Ой, над тарелкой. Я, кстати, в углу. Так. Держи. Мама. Молоко. Мам. Чтоб тебя не пронесло. Мама. Кушаем молча. Купи мне, кстати, вот. Когда я ем, я глухий, нем. На. Не пролей только, пожалуйста. Переходите, ссылочку снизу на нее оставлю. И номер телефона.